меня есть еще один филблат, он, видимо, продается. Подожди, а в смысле? Сейчас надо это как-то реализовать, потому что меня бесит уже, что он у меня в руке сидит уже 24 часа. А, есть пас, есть пас, есть пас. Ты мне, видимо, присылай тогда своего со стола, чтобы собрался плотнейший. Так, теперь мы покупаем вот этого филблада. Подожди, подожди, только сначала эту... Да. Монетку сыграй, продай филблада. Ой, опасно, рисковал очень. Опасно, теперь тихондрия ставь. Вот. Да. И поехали крутить бы. Да, я даже, наверное, вот так вот сделаю. Ну, можно. И мы роляем. Ну, у меня, кстати, есть отличные батлкрай. У меня шикарнейшие два батлкрая есть. И с рерола мы нашли... Ну, я не буду лочить, видимо, ради базар-дилера. Одного. Да, базар-дилер, он такой парень, продажный. Ну, слушай, у меня вот прям... Весь... Да, бы, кстати, сейчас вот в эту схему надо было брать тогда дракари. А кто же знал? Кто же знал, действительно. Ну, то, что у меня сейчас мумуркай херакнет, два батлкрая, это кек. И очень хочется, начинает безумно прям хотеться чел с хрипом под названием Балгил, 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 Балгил. Ну мы тебе сейчас это может про Малкина соберем золотого. Так, ну Тед пришел, окей. Плохо, что у тебя там есть, здесь они на этом. Ну так это про продажный хордер. Мы сейчас найдем хордера и продадим триплет хордера. Что у меня он даже в руке продолжает бахаться потихонечку. А будут безумничьи стюди. Так. Теперь мы берем 24-30. Отлично прилетает, меня одобряю. О! Рустам, ты посмотри вокруг, что происходит. Базгил, базгил. Ой, наконец-то. Наконец-то. 6.17 идет к херам. О, здорово. Здорово прям. Я могу сейчас за бесплатно взять армор, просто да, чтобы он в руке лежал. И сыграть его прям, да? Добавил? Добавил. Ага. Ага. Говна. Ну, можно брать, забрать хейтспауна просто из пуза. У меня тут еще в локе сидит ваш Молчазар, мой Бегергал и мой Безгил. У меня прям плотнейший ход сейчас будет. Интересно, вписывается мне в сборку Брен, Брен за Беред. Есть идея, что тебе надо будет задуматься о бране. Там тот же эффект будет, что у Дракари. Но очень, блин, нужен хордер, потому что мне вот его продать, и тогда у меня прям сборка работает. Забарируется. Забарируется 100 часов прям. Ну вот у меня продажный базар-дилер. Я прям очень продажный базар-дилер. Как бы тебе вообще не продать его сейчас? Взять инвестмент и поставить второго лейбрера. Не хочется статы терять. Ну вот в гайде челы писали, что базар дилер типа. Он брав, он продажный. Очень продажный. Безгин, безгин. Так, ну нарлял я опять какого-то хуевого мурлока. Не дарить, колотить. Блин, челы собрались. Трюшеньки, мы скажем до свидания. Но твой зайчик пережил атаку.
Да. Но мы знали, что эти челы играют по победу. Короче, нужен яд, судя по всему. Ой, он еще все дорого дорогое поставил перевод. Может, какая грязь. Так, у нас теперь три армора. Мы не играем. Нет, конечно. Так, плотинг вотчера купить, наверное, инвестицию. Продать тебя. У меня капец, у меня столько дуплетов, это капец. Фьюрика сюда. О, интересный мужчина. У тебя атака, я конечно. Я не уверен, что я его хочу реализовывать. Но у тебя атака очень отсутствует, да. Да. ХП? Вопросов нет. Очень надо, чтобы ты сейчас нашел. Ой, а сыграй-ка, у меня столько дуплетов. Ну конечно. У меня теперь проебывается даже один банан. Из-за этого. Если ты прям сейчас не найдешь что-то. А, ты так решил. Ну окей. И. Ну, окей. Пара будет в этого в ревайндера. Ну, 84-169. Что поделал? Давайте, исчите. Да боже, почему такая фигня-то, а? Хочется саппорт систем? Наверное, не хочется. Мне хочется саппорт систем. Приемлемо. Да блин, каких же я мурлоков роляю отстойных. Ой, идеально. Найс, заденайл. Ну, то, что он с бабой, конечно, неприятно. Ой. Отлично, меня полностью. Так, минус одна Элиза. Да. Ну найс. Не, ну ты теперь должен уже спятливать такое. Да. Можно даже раз пиндюривать. Можно хоть какие-то триплеты-то соберутся, пожалуйста? Oh, понятно. Как же ты копаешь? Не, зачем вообще триплет находить? Значит, будет в эфире программа «Проёб банана». Да. Да уж. Если ты мне прямо сейчас что-то не соберешь. Байт. Ультрабайт. Да ты правишь, а? Хи-ха-ха. Хи-хи-ха. Нет, у меня полная рука дерьма. У меня все еще 4 дуплета, точнее 3 дуплета.
Ну, кстати, плюс атака это хорошо прям. Я просто руку скорее хотел разгрузить. Да. Ну, на самом деле, мы 3 помним, так что ты вряд ли нароляешь меха-демонов с этого дела. Ну да. Естественно, что даже Келдыши не особо показывают. Подожди, а как они на 9 напихали им? Не знаю. Чё-то это загадка и тайна человечества. Да блин, можно хоть что-то соберется-то, а? Это просто капец. У меня теперь полностью забита рука, я теперь вообще ничего не могу делать. Ну вот хотя бы филбет хорошо пойдет. Наконец-то, блин. Две монарики, как. Блин, что вообще делать-то? Это все еще в руке, у меня еще и. Есть триплет бабки на следующий ход. Ну окей. Продать, видимо, старый и продаст. Думал, это все? Да, ну все, я хоть разгрузил себе руку после конца. Ну какая забаханная атака теперь, что верно. Это вам не один, это аж целых два монаря. Ну поставим БГРГЛ, я не знаю. Я вот думаю, БГРГЛ я хочу поставить, или Мургла. Или вообще Базгила. Ну давай, будет такой продажник Мергл. Ну хотя бабка теперь солидная вылезает на ней, вот это все. Ну на, если прям покушал норм атаку. Так. Ну это человек-саппорт. Приперся. Ну я его прям точно распетливаю. Ну его да, но блин. Ну и теперь моя задача чего-то убить. Ой, твоя рука вся бахнулась. У тебя не триплет ли это, нет? Да нет, конечно. Из-за того, что мы ничего не нашли, мне пришлось все это обручно продавать. Найс, выпилил шишку даже. Какой же я мощный. А тут, смотри, тут ничего жесткого нет на самом деле, кроме фризгоса. А ты уже типа это, набахнулся неплохо. Ну вот так вот внезапно челы из фаворитов превратились в не фаворитов. Да. Жалко, что у них 16 хп, конечно. Очень жалко. Есть триплет, Андрей, ордера. Да нет. Вот да уж. Уже не нужен. Да. Он же не баханный у меня теперь совершенно. Очень дорого. О, вот это мы поиграем. Есть Брен. Надо? Брен, вот было бы интересно. Брен, это прям, возможно, даже Брен за Берет. Андрей, не дрочите. Господи. О, какой же Брен. Давай. Какую-то бесполезную понял, шишку нашел. Подрочу. Ага. Я даже не знаю, то ли мурки, может мурки взять? Вот я вот думаю, под золотым-то браном. Вот-вот. И смуркаем.
У тебя в какой-то момент, видимо, продастся Багургл. Но он не продастся, он будет стоять в статах просто. Нет, если у тебя придет этот зайчик, который вторая шестерка, который ты не пикнул. Ну, неплохо так бахнул статов. Вообще неплохо. А сейчас бы еще одного филбата найти, вообще было бы идеально. Филбат, батяня, батяня, филбат, филбат. Ум, три мурлока. Сюда, луда. Там опять стоит, интересно. Подсплэш. Ну, нор, на самом деле, подсплэш. Потому что все сейчас сдохли мелкие. Я поэтому и хочу, чтобы она там стояла. Но оно, к сожалению, не дохнет. Ну, там, это же ты только первый сейчас отпетлял. Сейчас как раз идеально, что твой чел проатакует. Нет, не проатакует. Но... И в Лерой он сейчас ударится. Ну, какая боль. Интересная сборка с двумя штарами. Ну, окей. Найт. А может... Хотя бы еще один не вылетит. Отлично. Но статов челу прям не хватает совершенно. Ой, еще и бабку призвал. Даже две. Это да. Вот это да. Рей показывает, как нужно играть. Да как? Да как? Нужен Бегоргл срочно. Спасибо. Большое. Большое спасибо. Что-то мёртвый у нас. Я, наверное, даже сменю хиробилку. У них не было, да? У них... ничего интересного для нас нет. Вообще. Вот это можно взять. Ну, интересно, конечно. О, мы лукаут. Вот это здрасте. Мы, как обычно, у нас все ключевые шишки 1 до триплета. О, здорово, парни. Какие же парни сейчас произойдут? Пацаны, статы. Моргл. Моргл. Что с ним делать, непонятно. Ну, ставить, очевидно. Может, минус Бран плюс Моргл? А зачем? А у меня же есть место на столе. А, ну, блин, а потом ты что будешь делать через... А, это последний ход. Зачем? Если его ставить некуда. Кушать. Кушать, рашить, драйвить, рашить. О, яд пришел. Не, ну ладно, статов я прям бахнул прям плотно. А то, что мне в руку еще три мурлока приходит, и они все участвуют, по сути, в мургле, это тоже приятно. Отлично. Полетели вертолетики. Полетели, возможно, даже бафики. Обидно, что мы все-таки пару волн сосали. Типа закончили. Если мы сейчас выиграем, то мы закончили в 30 хп. Но судя по отсутствию смайликов, мы закончили. Я, видимо, все-таки хватило. Ну, у тебя там железо даже хватило. Учитывая, что я тут еще и почистил много грязи всякой. Ну да, у тебя 400 да. хп. Ну ладно, норм, собрались прям в какой-то веке. Причем против Галакронда вообще. Да. Не читалось. Что они выиграют, но у них не хватило. Еще и на 30-ку, господи, какой же ты сочный. 6400. Ну это у вас? А у меня нет. У меня все еще 6300. Ошибки, ну господи. Еще ошибки 100 часов.